прошло одно из самых значимых событий уходящего лета. Торжественное закрытие сезонов неслучайных встреч в ботаническом саду Нью-Белгу. Неслучайные встречи – это яркий, интригующий и вдохновляющий проект, созданный в ходе сотрудничества Белгородской государственной филармонии и Белгородского государственного университета. От того, что этот концерт заключительный в этом сезоне, конечно же, у нас на сердце и в глазах легкая грусть. Но, уверяю вас, эти встречи не заканчиваются этим сезоном, они продолжатся в сезоне 2020 года, и я надеюсь, последующие годы также. В течение всего лета талантливые музыканты и вокалисты радовали своим творчеством зрителей. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только огонь в ней верилось. Чарующие природные пейзажи, проникновенная, живая музыка в исполнении артистов филармонии. Такие воспоминания о лете 2019 будут возникать у белгородцев благодаря неслучайным встречам в ботаническом саду Нью-Белгу. Музыка и природа неразрывно связаны. Большое количество шедевров были созданы благодаря ей. Природой восхищаются, ей вдохновляются. Именно поэтому неслучайные встречи – это уникальная возможность для белгородцев прикоснуться к творениям знаменитых отечественных и зарубежных композиторов, находясь в завораживающей обстановке, созданной самой природой. Всех вас, ценителей, любителей чарующих звуков музыки, поздравляю с блестящим завершением очередного сезона наших с вами неслучайных встреч. Моментально пролетело лето, так и пролетели наши теплые, уютные вечера, но я уверен, что каждый из вас сохранил в памяти, сохранил в сердце эту уникальную атмосферу. Музыкальный концерт, ставший финалом сезона, был посвящен знаменитой поэтессе Александре Пахмутовой. Ее песни, известные во всем мире, находят искренний отклик в сердце каждого. Что на земле не проходит бесследно, юна сушедшая, все же бессмертна. С заходом солнца сцена амфитеатра ботанического сада засверкала яркими огнями, что позволило зрителям еще больше окунуться в атмосферу музыки.